Ощущения от езды на Джагуаре очень позитивные. Если паре и подобные ей топовые спорткары, это породистые арабские скакуны. Тот Джагуар, это веселый питбуль, который во всю дурь тянет вас вперед на поводке, увидев кошака. При этом яростно виляя хвостом. У машины есть стиль, есть характер. Она не едет, словно приклеенная к дороге. Но и не размотает вас об ограждении дороги, если отвлечетесь на секунду. Хотя и разгильдяйство за рулем не потерпит. Динамика и скорость очень достойные. Поэтому можете рискнуть взять на гонке. Но это будет только ваш триумф или фиаско. Я предупредил, есть машины, которые лучше заточены под гонки. С другой стороны, в сессии вы будете наслаждаться поездками на Джагуаре. Опять же, вы не возьмете породистого скакуна на разборке. А вот яростного питбуля взять как раз не помешает. У меня поездки на Джагуаре всегда вызывают широкую улыбку. И вам он наверняка понравится. Вот и все выводы. Еще увидимся, народ.